Это площадка как бы большого стадиона. Стадион маленький сделали вот там для ребятишек. Тут сделали стоянку для машин. И вот уже притащили, тут домики поставили. Самое печальное, что здесь срезали вот такой огромный вот этот. С деревьями вместе. Это все срезали. Да, сейчас собрали жители Курсуфа, потому что вырубили очень много деревьев, которым 57 по 67 год садили именно школьники Курсуфской школы. В общем, все жители. Так, вот такая махина. Ну, там я уже в предыдущем видео показывала. Сейчас очень-очень много людей собралось. И не видно именно, где у нас вырублены деревья. Это атласский кедр, это голубые ели. Ну вот. А здесь мог бы быть великолепный стадион. Сейчас ребята занимаются на таком маленьком, на такой маленькой площадке. Вот. Где будет дальше заниматься будущее поколение, неизвестно. Стадиона нет. В Курсуфской школе это вообще печальный стадион. Это где асфальт, битые стекла. Вот, где невозможно заниматься. Здесь, конечно, ребята занимаются. Отлично. Ну, по крайней мере, хотя бы есть вот эта маленькая площадка, маленькое минимальное поле. Итак, дорогие мои друзья, в Курсуфе жители поднялись. Сейчас посмотрим опять сюда вид сверху. Люди подписи собирают. И вот она, площадка. Разве такой? Это какая? 1/10 стадиона, который мог бы здесь действительно реально давать пользу. Вот так, точка, помнила, будьте, подписывайтесь, ставьте плюсики и подключайтесь, дорогие друзья. Курсуфу нужен стадион.